В причинах смертельной аварии в Столбцовском районе разбираются специалисты. Сегодня около 9 часов утра столкнулись два автомобиля Hyundai. Известно, что 35-летний житель Городей на легковой машине не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Уже там и произошло роковое столкновение с грузовиком. Естественно, наибольший урон получило первое авто. Несмотря на то, что ехавшие в нем люди были пристегнуты, водитель и его 30-летняя жена погибли на месте инцидента. В ГАИ также отмечают, что на обоих транспортных средствах стояли зимние шины, асфальт был обработан песчано-соляной смесью. По факту ДТП проводится проверка.